там сами нужно, я позову. На благовестие собираешься? Так, внимание. Я вчера была от отца Якима, а он наморозил березового сока. Весной береза дает сок. Это в магазинах продают, но там уже добавляют какие-то антикоагулянты, называют, чтобы она не скисалась. Это уже того нету. От почек, если больные, камни в почках, это лучшее лекарство. Вчера кому я давал, те уже не берите. Мне хочется, чтобы вы хоть один раз вкус узнали настоящие березовки. Давайте мне. Так, кружки раздайте. Давайте. Не раздавайте, не надо. Только их значит. Хватит, не хватит. Это батюшка мне дал. Фрося, будешь что значит? Дети, кто уже пил, да, скажите, я пил. Фрося, давайте. Скажите. Фрося, у тебя две руки. Будете знать, что такое березовый сок. А кому надо будет больше, я весной приезжайте в Потеряевке, напитесь до света. Березовый сок пей, он хорошее лекарство. А я-то пил уже. Я уже тут говорю. Так. Поднимайте руку, кто не пил вчера. Я хочу, чтобы все попробовали. Тараси, ты не пил? Тараси, поставь. Тараси. Ксюша, не разговаривай. Вика. 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 А, ей давали. Вчера некоторые приехали только, я их сразу угостил березовым соком. Так, четыре руки, вы где? Четыре руки. Поднимите руку, кому еще не давали? Взрослым тоже надо дать. Паша не дали еще. Я пил. А, ты пил? Хотя бы вкус узнать, но больше нету. Так. Давай еще. Хотя бы вкус узнаешь, во славу Божию. Так, кому еще березовый сок не давали? Еще кому, ребятки? Кому не давали, совсем, вкусу не знают. Вот выше только, понимаете? Прося, подай Ливии. Еще есть кто-то, кто еще кому? Вот, вот, дай кто не пьет. Так, это тебе. Так, мы ездили в прошлом году, так, тихо, не гордитесь, в миссионерской поездке были. В это время мы были, наверное, в Германии, во Франции, в Испании, в Португалии, в Турции. Где-то в этом месте мы были. Ну и с собой брали нам, давали сухофрукты. Дали? Распорядись, чтобы каждому хоть по зернышку попало. Это что осталось у меня? Охота голчат своих угостить. А это батюшка, давайте в руку мне, да, руку давайте, ребятишки. Давай, вы компоту разливайте. Смотрите, кому хлеба нет. Прося. Я тут сушка во рту. Вот не сидят, хлеба нет. Ешь, ешь, Ксюша, что ты сидишь-то? Ешь давай. Хлеба, чтобы она проста всем положила. Ну? Ванюша, держи тебе три зернышка. А что это за орех-то? Земляной? Походу, да. Ксюша, покажи-ка. Ксюша, покажи. Нестор Андреевич, держи. Хорошо, вчера работал. Анюта, ручку давай. Тараси, ручку давай. А ну еще три зернышка. Кого хлеба? Паша, давай. Я объявление сделаю. Сегодня суббота. Это особый день, банный день. В баню по сколько заходит у нас? По пять? Четыре, пять. По четыре. Смотря кто. Назвами взрослый. Ни баловца, ничего. Там горячая вода, чтобы не обжечься. В баню пойдете. Из бани выйдете, значит, тогда придете в лагерь. Сегодня богослужение будет с пяти. Перед богослужением после обеда все обязательно должны лечь поспать немножко. Это один день. Немного хотя бы отдохнуть, чтобы на богослужении быть бодрым. Мы все это учитываем, варьируем. Воду нигде не разливать, особенно в предбанник, только там. Кто старшие пойдут, слушаться беспрекословно. Я гляжу, сели обедать.
все друг друга видят. Один я как-то сел, никого не вижу. Я вижу только поля. Вот смотри. Сижу вот так вот. Компост разливайте. По прянику. Дядя Володя, положи нашему сюда. Режиссеру, так, кинооператору оставляйте. Большие кружки, мужикам. Снова. Налили.